Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, забежим быстренько с тобой на арену и сделаем запрос. 15 воблеров плюс ядерный робот, Сакура. Так, эльф и деньги. Давай быстренько пробежимся. Новый сезон у нас. Квест завершен, зритель. Окей, быстренько сейчас пробежимся. А после самое главное будет. Цель визита, как говорится, в игру. Сам не ожидал, вы мне писали. Почему-то не было этого всего. А сегодня зашел, и все появилось. Я сейчас покажу, о чем идет речь. Так, друзья мои, пошло мне самурай. Подзаболел я, друзья мои, очень сильно. Болит горло, грудь и тому подобное. Простыл. Поэтому очень тяжело мне сейчас говорить. Тянет кашлять, так что, если что, ребят, не обессудьте. Вот, ну что, тут мы с тобой прошли. Нравится, нравится мне это все. Здесь мы заберем с тобой один кристалл. И самое главное, смотрите, что у нас происходит. Как вам такое, а, друзья? Как вам такое? Сунь-Укун, я думаю, что многие знают эту обезьяну. Эпическая нефритовая империя воин. Собери больше карточек, чтобы разблокировать этого бойца. Где карточки найти, я пока не знаю. Но, судя по всему, они должны где-то выпадать. Так, и ты посмотри, у нас с тобой храм цветущей вишни получает фул звезду. Нормально? Отлично просто. Мне кажется, должно быть какое-то событие или еще что-то в этом роде. И он у нас откроется. Ладно, раз мы сегодня с тобой зашли в игру, я же не буду, только вот показал и все. Будем, конечно же, еще и этот малыш у нас получает пятую звезду. Что за удачный день, а? Это называется удачно я зашел. Так, он у нас второго уровня. Стоит ли на него тратить деньги, пока не знаю. Также неизвестно, будет ли один персонаж или все-таки добавят еще двух. Помнишь, да, когда мы играли за нежить давным-давно, нам добавили сразу трех персонажей. То есть это была ведьма, это был тыквоголовый, и, если я не ошибаюсь, это был зомби с надгробием. А до этого они добавили персонажа баллисту. Я думаю, что многие знают, да, этого персонажа баллиста, который стреляет. Так, я уже и забыл, где он находится-то. Он у нас... Так, баллиста. По-моему, он относится... Нет, ну не к нежити же. Да, вот, ребята, баллиста. Ну, помнишь баллиста? Вместе с ним был добавлен вот этот персонаж, и все. Да, так что игра развивается. Пускай и медленно, но все-таки есть какое-то развитие. Надо теперь понять, где нам взять эти карточки. Нужно всего лишь 5 карточек. Так, ну что, раз мы зашли с тобой в игру, давай-ка. Так, что у нас тут по ежедневкам? Сейчас посмотрим. Чтобы Укун не открылся у нас, естественно, мы должны его побеждать и именно у него получать эти самые карточки. Так, ну здесь я не вижу ничего. Возможно, против нас будет выставляться он. А раз он из нефритовой империи, то нам нужно попробовать добраться до нее и глянуть. Так, начнем с территории роботов. Значит, здесь у нас репульсор плюс джаггернаут. В принципе, эта команда должна здесь разрулить всю эту ситуацию. Сейчас попробуем. Естественно, джаггернаут тут самый противный получается у нас. Так, я выпускаю самурая. И все это дело нужно подкрепить, наверное, ведьмой. Вот. Уже явились и не запылились. Как же ты быстро, а? Роняешь ты мне его. Корни выпускаем с тобой. Так, и тыквоголового. И опять же выпускаем с тобой самурая. Ну, я тебе скажу, тут вообще идеально, смотри. Пробили, уничтожили. Само собой, мы подходим к трансформатору, и сейчас мы его здесь разнесем.
Давай, 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 родные мои, бомбим. Есть. Хлам. Ну что же, естественно, мы с тобой продолжаем. И дальше, дальше идем. Смотрим, здесь у нас прыгун. Твою дивизию, с этим прыгуном только шутить. Давай я попробую, наверное, вот этот отряд. А мне здесь нужна именно наша ниндзя. Так и хочется раскашляться, ребят, не могу. Но надо как-то держать. Держать себя в руках. Ну куда ты, вот куда ты прешь? Сейчас же прыгуна позовет. Ребят, я ведь знаю его. Давай, ниндзя срочно нужно. Ниндзя, по крайней мере, дамаг наносит приличный. А вот и этот. Ай-яй-яй-яй-яй, супостат явился. Так, что у нас есть? Молния. Дай молнию мне. Ну, есть, мы оглушили. Сейчас. Да, замечательно, мы его побили, он ничего не успел сделать. Хотел толкануть, но у него не вышло. Но он опять вызвал еще одного. Давай, 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 родные. Жмем, жмем этих супостатов. Не даем. На тебе, репульсор стоит тут. Щелкает своими этими кулачками. Не знаю, зачем я позвал мага. Но ниндзю надо точно одного еще позвать. Нормально. Есть. Пробили. Я хочу как можно быстрее пройти эту локацию для того, чтобы перейти на нефритовую долину и посмотреть, дадут ли нам там нашего укуня. Будем ли мы против него играть. Так, робот с ракетой. Ну, здесь, по-моему, все легко и просто. Выбираем с тобой вот этот отряд. И, конечно же, с тобой прожимаем. Тут самое главное, чтобы возле базы нашей не стоял ни один из юнитов. Иначе этот робот будет стрелять по нашему, как говорится, дальнему противнику. А взрывом будет задевать и базу. Понимаешь, да, к чему я? Так, ведьма. Ведьма одна, наверное, не справится, скорее всего. Ё-моё, ладно. Вот, вот, смотри, видишь, что происходит? Самурай очень хорошо, ребята. Да я вот так вот делаю. Видишь, что делает? Уничтожил, уничтожил он мне, конечно же, мою некро. И вот так вот он постоянно делает. А если бы он стоял чуть-чуть бы ближе, например, к нашему замку, он бы, естественно, получил бы урон бы. И восстановить бы я уже не смог бы. Пришлось бы переигрывать. Вот опять, а нет, все, мы его подбили. Он же там опять собирался бомбить. Да что там такое, это не пойму. Корни, корни, корни. Окей. Еще одного тыквоголового позовем. Да что там, ем? Ну, бейте, есть. Ну и остается нам с тобой только лишь трансформатор уничтожить. Есть. Шикарно. Сразу же идем на следующий поединок. Это у нас предпоследний. Здесь толкатель. И здесь же еще этот, тени толкай. Блин, вот тени толкай, это, наверное, самый противный, кто может быть здесь у нас. Ну что, погнали. Так, накапливаем сразу с тобой энергию. Ну давайте, 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 быстрее. Так, опять же вызываем с тобой самурая. А вслед за ним, наверное, возьмем. Нет, некро все-таки позову. Хотя можно и воблера. А-а-а, вот это плохо. Вот это плохо. Это самый плохой расклад, который мог быть здесь. Давай, 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 давай. Есть. Хотя бы так сдержим их. Везет нам, что у нас самурай в истерику впадает. Это очень круто. А вон идти не толкай пришел. Ох, сейчас начнет. Уже уничтожил, прикинь. Так, мы его забомбили. Слушай, может, пока не поздно нам вызвать деда, а? Смотри, как он там разбирает. Так, корни. Дед, будь добр, выходи, пожалуйста. Пошел, 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 пошел на разборки. Заморозочка. Так, ну это все ерунда, смотри. Бамс! Да, дед, конечно,
знает толк в колбасных обрезках. Ой, да, замечательно. Так, карточка на Джаггера выпала. А это очень редкая, друзья мои, карточка. Поэтому Джаггернаут у меня еще, как ты видел, до сих пор не прокачанный. Ну все, тут в базе крышка, ребят. Фух. Ништяк. Ну что, и переходим с тобой на самый-самый последний поединок. Здесь у нас будет ядерный робот, поэтому... Да, в принципе, что его бояться, этого ядерного робота? Ну, этот отряд, конечно, не подходит. Вот этим, наверное, можно. Давай попробуем. А здесь почему можно, ребят? Ну, молотильщик, да? Офигенный урон наносит. Плюс друидка, не забывай про нее. Ну и, естественно, щитобот, который сдерживает тут практически любой натиск своим телом. Вот, видишь, Джаггер вышел. Джаггер, соответственно, вместе с Джаггером сразу же. Так, давай Палыча я все-таки, наверное, позову. И вот после Палыча уже. Так. Давай. Замечательно. Так, теперь я все-таки позову друидку. Так, этого хламона надо подтянуть сюда. А что он там кривляется сзади? Почему он сопротивляемость такую имел, а? Скажи-ка мне на милость. Смотри, тяни, толкай, хочет мою друидку уничтожить. Ну, как ты видишь, у него ничего не получается. Вообще ничего не получается, потому что у нас стоят кристаллы здесь. Летите отсюда, пташка, я вам говорю. Так, нам нужно поспешать, потому что сейчас он может вызвать ядерного робота, и это будет плохо. Да хорош, идите сюда все. Всех заморозим. Опа, а вот, друзья мои, ядерный робот, собственно, персона, уже пошел. Но мы его глушим. Оу, он даже ничего не успел сделать, окей? Просто в стане простоял. И это шикарно. Это очень круто. Так, время у нас 50 секунд. Да, мы справились. Мы справились. Своими силами, без имбовой команды. Прошу заметить. Так, ну что, вот он наш сундук. Сундук робота. Угу. Ну что, и переходим теперь на нефритовую долину. И давай смотреть. Ну, здесь мы не видим этого укуня пока. Ёк-макарёк, здесь же Ронин. Ай-яй-яй. Вот это вот плохо. Все прекрасно знают, кто такой Ронин и что он может сделать. Поэтому сейчас побежит. Ну, естественно, побежит, ребят. Ай! Вот это нам повезло, ребят. Это по-другому не назовешь. И сейчас он опять может выбежать. Ну, тут, слава богу, он не выбежал. Мы его распилим. Так, а вот здесь уже... Блин. Да что ты? Ну, Палыч. Фух. Так, хорош уже там, я не знаю, издеваться. Да, Ронин опасный, особенно когда выходит в ярости. Это жесть. Так, еще паладин. Обязательно нужно паладинов. Не паладинов, а щитоботов выводить. По-моему, все, да? Ух. На короткой дистанции мы справились. Но опять же тебе повторю, что нам повезло, что он не вызывал этих свои пилы при смерти. Так, здесь тоже я не вижу пока укуня. Может быть, даже он и не будет здесь присутствовать пока. Но отряд я должен брать именно вот этот вот. Это единственный отряд пока, который может сдерживать. Нет, можно еще, конечно, взять вместе с этим. Как его звать-то, скажи мне. Где ползун у нас? Там, как вариант, тоже может прокатить. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, хорошо, опять нам повезло. Так, теперь... Почему мой получает больше урона, чем его, а? Нет, все-таки мы нормально, мы справились.
вот так вот делаем. Да хорош ты уже. Достанет ведь, серьезно говорю. Опять этот клёш-мык вышел. Ну давай, 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 пробиваем его. Замечательно. Так, вызываем паладина. Чё-то как-то не ладится. Ну, так, по итогу пробили. Есть! Закромсали мы с ним замок. Замечательно. Ну что же, двигаемся дальше. Третий поединок. Так, я вижу здесь Ронина. Так, тигр. Тысячу лет его не видел, тигра-то. Оу. Это плохо. Тигр, это, друзья мои, плохо. Я не знаю. Этот отряд как-то под сомнением, под огромным причем у меня, что он справится. Если бы у него не было хотя бы всадника на журавле, можно было бы, конечно. Так, а я и забыл про него, прикинь. Про Ронина-то. Давай быстрее пропиливаем. Замечательно, сразу же надо всадника на журавле. Нет, не всадника, лучше берем паладина. Как же ты заколебал, а? А вот и тигр. Ну? Давай, 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 родные. Вжухиваем. Надо еще одного паладина позвать, на всякий случай. Потому что если тигр умрет, ребята, и у него эта душа вылетит. А она вылетела, сам видишь, да? Всех практически сносит на своем пути. Ну, с паладином Ронину не справится. Окей. Да-да-да-да-да. Где-нибудь в другом месте похайкаешь. Ну, осталось немножко, и все. Замок мы ему уничтожили. И это прекрасно, ребята. Это всегда очень прекрасно, когда мы побеждаем. Ну что, здесь... Ой... Вуджен собственной персоны. Ай-яй-яй, тут и Ронин, и Вуджен. Слушай, не слишком ли круто? Если возьму этот отряд, скорее всего, будет фейл. Этот отряд, если взять, мы не дотянемся до Вуджена. Вот и сиди и думай, как тут лучше сделать. Что-то мне подсказывает, что надо брать наш имба-отряд. Ну что, давай попробуем справиться. Так, естественно, по идее, нам нужно как можно быстрее вызвать рыцаря-мага. И надеюсь, что Ронин его не уничтожит. Ага, тут еще и не Ронин вышел. Так, давай вызовем тогда чумнуху. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот вышел, ребята, сам Вуджен. А вот это уже плохо. Поехали. Ты серьезно сейчас? Ну, есть, запинали. Так, Вуджен будет входить? А почему заморозка-то не сработала? Эй! Не понял. В чем прикол? Нормально запинали. Заморозка не подействовала на терракотового бойца. Что у нас тут в магазине, не могу понять. Хотят показать. Ну и чего? Бесплатно. Возьмем. Раз бесплатно, правда, он у нас есть. Так, квест завершен, делец. Заберем награду. Проведите. Так, игр с отрядом S 5 штук. Пройдите через врата. Так, уничтожить 50 подданных. Ну, это мы когда уже доберемся до подданных. Так, ребят, продолжаем наши баталии. Последний поединочек. Бог ветра. Естественно, оставляем нашу команду, которая сейчас в данный момент у нас есть. Все зачем? Для того, чтобы, ребят, как можно быстрее с ним разобраться. Если, конечно, он осмелится выйти. А он должен осмелиться выйти.
Вот единственное, что я не знаю. Оу, нам повезло, что Ронин вышел на расслабоне. Это очень круто повезло. Поэтому мы сейчас быстренько... Чух! Теперь я вызываю своего Ронина. Давай, давай, родной, жги. Квич. Мне нравится. Не успел выйти, наказание получил. Все, ребят. Бога ветра мы с собой даже не увидим здесь. Запинали в 3 секунды. Самый быстрый поединок на сегодняшней игре у нас был. Ну что, двигаемся дальше. Нефритовый сундук. Ага, пес храма, терракотовый боец и 12 тысяч монет. Ну что, ребята, долина подданных, собственно, персона у нас здесь открывается. Как мы видим, здесь грифа плюс паладин. Грифа и паладин, что тогда нам здесь лучше взять? В принципе, можно и этот отряд, но я предпочту, наверное, все-таки вот этот. Почему? Потому что, ну, грифон, как мы знаем, он дорого стоит. Очень дорого стоит, поэтому здесь надо будет брать голема. Голема выпускать и прикрывать, его нашей ниндзей. Вот таким вот приходится делом. Смотри, я только сейчас увидел, что он когда берет, видишь, у него внизу под копьем луч накапливается. Раньше такого не было. Давай-давай, грифу запинайте, пожалуйста. Есть, хлопнул. Так, дай-ка я молнию пропишу, чтобы его заставить. Хе-хе-хе-хе-хе. Попался под наш козырный стан. Ну и все. Здесь уже ничего он не сделает, а мы побеждаем. Получилось топово, на самом деле. Блин, как же я хочу получить нового персонажа, ребят, если бы вы знали. И спасибо, кстати, за то, что вы написали. Только знаете что, вот когда вы мне писали где-то неделю назад, я все делал, и обновление в игре, и заходил в нее, смотрел. И вот предыдущая серия была, не было этого у Суня. А вот сегодня он уже появился. Значит, получается, что у кого-то он раньше появляется, чем у меня. Другого объяснения нету. Ну что, идем с собой дальше. Здесь у нас есть лекарь. Да, в принципе, эта команда не очень сильна. Единственное, да, что лекарь, он не может атаковать, но он хиляет просто бомбически. Просто бомбически хиляет. Поэтому в наших интересах с тобой уничтожить паладин как можно быстрее. Ну и не забывай, что, естественно, здесь еще будет грифон. Вот, он уже появился. Ниндзя сейчас будет с ним справляться. И хорошо, что он не полетел. Не сделал свой смертельный хрип. Блин, как я соскучился. Знаете, какая, ребята, раньше у меня игра еще тоже любимая была? Хардстоун. Карточная игра, все, наверное, знают. Да, я в нее раньше залипал. У меня, наверное, канал, в принципе, начинался с Хардстоуна. Игра такая. Тут вообще запинали быстро. Что-то вот по карточным играм по-хорошим соскучился. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. У нас третья миссия уже. Так, вот здесь вот немножко неприятно будет, потому что фехтовальщик. Если я возьму вот этот отряд, что скажешь? Как ты знаешь, да, самурай против фехтовальщика, но это вообще не варик. Но если пойдет воблер вместе с ним, то вполне даже очень быстро справится. Потому что воблер пронзает всех врагов своими батарангами этими. Повезло. Так, воблер, подожди, не беги, не беги, не беги, не беги, блин. Блин, все равно, как он его уничтожил-то? Так, давай вот так вот сделаем. Это просто необходимость, Лер. Видишь, они замедляются, плюс получают урон, причем неплохой. Ну и моя некра успевает нафармить колобков с костяных этих. Ну и плюс мы с тобой вызываем, естественно, нашего тыквоголового. Я не вижу, правда, тыквы. Ой, тыквы. Грифы, грифа уже вышел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не дай бог сейчас он сделает свой этот вшивенький удар. То тут погибнет у меня нормально. Нет, ничего такого не произошло. Так, дайте мне карточку сюда. А воблер, да, воблер наносит урон. Вот, видишь, что он делает. Грифон, когда погибает, у него вот этот вот феникс огненный. Если он падает в определенную точку, то это все, ребят. Сушите весла называется. И опять он за свое. Да ты посмотри, а. Все, отомстили. Два раза грифон
уничтожал мою армию здесь. Ну что, двигаемся дальше. У нас предпоследний здесь этап. Маг. По идее, мы должны здесь справиться. Вот этой самой командой. Кстати, жрицу я так и не увидел. Он, наверное, ее выпускал, но просто тыкву голову и сразу ее уничтожали. Так, ну что, здесь, как обычно, выпускаем самурая. А он выпустил, блин, паладина. И вот сейчас самое противное, если он будет... О-хо-хо-хо-хо! Так. Друзья мои, тыкву голову срочно здесь нужен. Я не знаю, правда, как он нас тут спасет. Давай-давай-давай-давай-давай, вот это вот. Есть. Есть, хилку мы с тобой запинали. Дальше все в руках тыквоголового. Потому что сейчас будет много чего от него зависеть. Ну, ёпрасота, ну какого же лешего-то? Я не знаю, что нам тут остается делать. Идти на риски, на большие риски, ребята, и пробовать вызвать деда. Иначе нас пробьют. Промнут, пробьют и все, что хочешь, тут сделают сейчас. Давай, 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 жги, жги. Фига там у мага посох. Посох всевластия, что ли? Я не могу. Какие я не могу здесь справиться? Просто не могу. Ребят, не хватает мощей. А-а-а, там не только мощи. Ты посмотри, что вытворяет. Дай паладина этого. Ой, паладина, мага этого. А здесь я не успею по времени, да? Да, времени мало. Нет, мы не смогли здесь прожечь нашего врага. Слишком мало у нас мощи оказалось здесь боевой. Да и слишком дорогая колода. Да не то, что даже дорогая, она слишком медленная. В общем, ускоряемся здесь. Все равно переигрывать придется. Как-то не крути. Да, и деда нашего воина запинали чисто грифоны. Я вот так это сказал. Ну, придется переигрывать. Правда, мы с тобой энергию всю спалили на этом отряде, к сожалению. Нет, 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 даже не думай мне перекидывать никуда. Этот, что ли, брать отряд? А давай, как вариант, возьмем этот отряд. У нас все равно выбора не особого тут нету. Грифон наш тут слабее, чем их. Так что начнем. Так, Палыч, мы вызываем Джиггернаута. Сейчас он вызовет своего этого орлика. Нам нужно будет с тобой вызвать баллисту. А, вон тут как даже. Ну давай попробуем бомбануть. Плюс возьму фехтовальщика. Плюс клетку. И плюс еще и грифу. И вот так это все дело оглушим. Че это мой паладин свернулся куда-то, непонятно куда. Конец крестового похода. Ну да. Для него это точно конец. Ну давай, давай, родные мои. Я сейчас вам жнеца сюда вызову. На помощь. Жнец. Давай, пошел. Пошел, родной. Все. Как только начинаешь вызывать какого-нибудь босса, все, они сразу начинают сдаваться. Ну и остается у нас последний поединок. Так, здесь заберем. Последний бой. Так, ну здесь я возьму, наверное, все-таки имбовый отряд.
И попробуем все это дело разрулить. Так, здесь у нас кто? Епископ, да, получается? Епископ, собственной персоной. Рони, давай, красавчик. Тюх! Пока тут соображал, что сделать, мы уже запинали. И начинаем наяривать. Да, жалко, конечно. А, так тут он. Давай, родной, давай. Красавчик. Блин, а вот это вот плохо. Да ладно, еще и не хватило. Ронин. Опять еле вышел там, да? Вот люблю, когда отражение срабатывает. Но оно очень редко срабатывает. Что вы вытворяете, эй? На тебе. Так, о. Давай, пробили. Ну вот и все. Вот и кончен бал. Погасли свечи. Забираем с тобой сундук нефритовой империи. Ой, долины подданных. Слушай, даже здесь не выпадает укун. И здесь, как мы видим, тоже он в наградах не появляется. Они хотя бы карточки-то сюда ввели или просто пока персонажи? Так, у нас нефритовая, вот. Я до сюда вряд ли дойду. Жаль, конечно. Друзья, пишите, вам выпадали карточки или же нет? Если выпадали, то где? Может быть, какое-то событие было или еще что-нибудь? Пока я не вижу. Ни одной карточки мне не выпало. Они выпадают либо с укуня должны выпадать, потому что мы должны его убивать. Так, стоп. Родной, куда ты собрался-то? Манатки побежал еще, главное. Довольный такой бежит, давай вот. Ноу. Давай издалека. Отлично. Тут, естественно, надо на дальней дистанции держать этого зомбаря взрывного, иначе будет большой бум, и это очень неприятно. Так, молнию давай чикнем с собой. Ну, можно было бы, конечно, и без нее обойтись, но так будет получше. Опа! Почти, ребят, дошел до наших ниндз. Но мы его быстренько, как говорится, усмирили. Да что тут опять квест какой-то? Ага, остается проведите 5 игр отрядом S. А у нас отряд D. Ладно. Ага, здесь добавляется когтистый. Когтистый, который, у которого офигенный размах. И который повреждает что наземные цели, что воздушные. Так, если я, например, вызову ниндзя, сможет справиться? По идее, да, сможет. А вот с этим зомби, да, тоже справится. Вот здесь вот, конечно, будет похуже. Не успел. И не успел даже подбить, кстати, мою ниндзю своей головешкой. Это круто. Это очень круто. На всякий случай. Молния сработала шикарно. Вон он, когтистый. Все. Слушай, легко мы с нежитью расправляемся. Вообще, тебе скажу. Просто четенько. Так, а здесь банши. Ну, банша чем, ребят, плохая? Единственное, что она может делать массовый крик, который может станить моих юнитов. То есть они будут просто тупо стоять и ничего не смогут сделать. Но это не страшно, если особенно у тебя есть сзади ниндзя. А вот когда здесь вот такой вот супостат идет, это очень неприятно. Поэтому надо его вот так вот взрывать. Ой-ой-ой, зачем же ты? Ниндзя, ну слезь ты с яда-то. Ай. Вот это было плохо. И ни одна молния не попала, прикинь. Ни одна. На ты, докричалась. Да, яд, конечно, который выпускает зомби-камикадзе, очень долго держится на земле и очень опасен для таких легких юнитов, как лучники, ниндзи, баллисты и прочее. Они не отличаются физической защитой, они отличаются очень большим крутым дамагом. Вот и все. И тем, что они могут подбивать воздушные цели. Ну что, двигаемся дальше. У нас, правда, здесь уже энергии на этом отряде не осталось. Давай глянем, где у нас есть. Тут тоже нету энергии. Ага, как раз. Как раз, друзья мои, здесь у нас прыгун.
будет. И, соответственно, этого прыгуна нужно будет сейчас контролировать. Вот он, вот он, вот он, идет, идет. Поэтому сейчас готовимся через паладина. Круто нам повезло, ребята, он без истерики, как ты видишь. Все замечательно. Так, ну прыгун еще сейчас должен выйти, вот он, ребят. Так что как бы особо-то расслабляться не стоит. Здесь ему не пробить. Давай-ка ураганчик с тобой применим. Да и, наверное, пора друидку вызывать сюда. Да что ты будешь делать? Опять он вышел. И распилили. Сейчас только друидка подойдет к нашим отрядам. Все, тут начнется веселуха. Тут даже и прыгун не поможет ей. Им. Да-да-да, конечно. Все, зачекрыжили моментально. Ну, а дальше дело тактики, техники. Просто разносим с тобой защиту, которая здесь стоит. Почему-то друидка тут креста... А, нет, выставила. Самый любимый этот тотем, вот, на отхил, когда она его выставляет, просто все юниты сразу восстанавливают фулл хп. И это, конечно, топово. Ну вот, смотри, мы с тобой все квесты ежедневные сегодня выполнили. Двигаемся дальше. Последний этап, последний рубеж. Тут у нас нежить. Я имею в виду не нежить, а жнец. Босс. Если его пропустить и дать ему волю, он может настряпать себе такую армию здесь. Просто офигеть. Так, и не забываем про прыгуна. Молодец, красавчик. Давай эту коргу старую бомби. Да иди ты. Ну тут, конечно, Ронин мой погибает, понятное дело. Я сейчас, знаешь, что сделаю? Я позову нашу ведьму. Ты серьезно? Разогнался он. Наш маг-рыцарь уже бомбит. Я так понимаю, если она относится к классу нежити, значит, это мертвый воин. Босс даже не появился, прикинь. Просто вот не вышел и все, ребят. Давай сюда сундук свой. Сундук нежити. Ничего тут привлекательного для нас нету. И переходим на фабрику. На фабрику. Так как здесь первый отряд. Ну вот, давай возьмем. Тут как раз и щитобот, и молотильщик. И расстояние маленькое. Как раз это все нам здесь поможет. Так, молотильщика, наверное, позовет. Ну, конечно. Конечно, будет вызывать первого молотильщика. А мы сделаем немножко по-другому. Вот так вот. Угу. У нас как бы преимущество сразу здесь получается. Давай-давай-давай, пронзаем всех там. И все, и начинаем потихонечку уже бомбить базу. Так, еще и ураганчик здесь к нам в помощь пришел. Вообще идеально. Как-то так. Проблема только тут в другом, что у нас кончается энергия. Единственный отряд, это, у которого энергии много, это вот самый первый. Но фехтовальщик, Джаггернаут. Ну, Джаггернаут, в принципе, да, должен справиться. Вызовем, наверное, его. А следом сразу позовем фехтовальщика. Сразу фехтовальщика и сделаем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Баллисту невыгодно, ребят, здесь вызывать. Так, давайте их всех там накажем. Стоим бы, я не понял, что за дела. Начинается у них, да, вот этот бзикус. Опять тени толкай. Начинает выпендриваться. Да,
Молотильщик бесявый, прям не могу. Давай так вот сделаем. Достанет просто уже. Так, заморозочка выпала. Эх, никого не было. Пошел жнец. Угу. Он не успевает даже подойти, как мы здесь уже уничтожаем ему базу. Как-то вот так вот все происходит. Третий этап. Все равно нам никого не стоит брать, только этот отряд. Единственное, что расстояние между замками увеличилось. Так что давай. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, Джаггер. Джаггернаут, выходи. Жить. С одной плюшки, ребята, выносит. Блин, там еще один. Да чтоб тебя, а. Ну-ка давай. Тут желательно побольше грифонов вызывать. Да, что-то как-то не ладится поединочек у нас. Ну что, вызываем. Я, наверное, еще одного грифона, подожди, вот так сделаю. Жнеца я хочу вызвать. Пускай идет. Пускай идет здесь. Бомбит потихонечку всех. Еще одного грифона позовем. Еще одного джиггернаута. Где армия нежити? Я не вижу, он плодит хоть нежити. Вон, зомби побежал. Ну и все, и начинаем потихоньку бомбить уже базу ему. У грифона еще очень-очень долгий откат. Очень прям долгий. То есть ты выпустил его, и фиг знает, сколько времени придется ждать, пока созреет он на второй выход. Так, что у нас здесь? Опачки. А здесь, друзья мои, хилбот еще прибывает. Хилбот это такая пакость. Очень сильно хиляет. Очень мощно и быстро хиляет. То есть он может щитобота захилять до смерти. Да-да-да-да-да. Вот они явились, не запылились. Поэтому тут, наверное, надо будет брать баллисту. Но опять же, берешь баллисту. Тебе не толкай вышел. Давай так вот попробуем. Заморозочка сработала. Во всех сразу же. Оп. Ну. Давай, давай, продамаживаем, отлично. Фехтовальщик, молодец, красавчик. Теперь ускоряшка. Да ладно, неужели? Да, за счет вот того ускорения, что мы с собой подобрали, быстро здесь разобрались. Это шикарно. Так, последний этап. Ну, тут, понятное дело, термин 9000, мы с ним. Не хочу, ребята, я с ним драться, поэтому... Как не хочу с ним драться? Я не хочу с ним долго драться, потому что у него атака, я считаю, ну, тоже достаточно имбовая. Поэтому надо здесь с ним очень быстро разбираться. Очень быстро. Вызовем, наверное, чумную. Так, пускай Ронин выбегает. Угу. Ага, запинали. Так, пускай еще прыгун тут выходит. Ронин, давай. Ронин не выбежал, да? Он уже не выбежит. Ну что, справимся без ульты? По-моему, да. Вот так вот. Думал, сейчас надо будет ульту бомбануть, но нет. Ну что, открываем сундук. И выпадает нам здесь
трансформатор, ядерный робот и 12,5 тысяч монет. Так, ну что, долина захватчиков. У нас энергия. А у нас энергии вообще не осталось. А, вот здесь вот одна. Ну что, давай отыграем и, наверное, будем закругляться на сегодня. У Куня мы не получили с тобой ни одной карточки, но надеемся, что в следующей серии все получится. Там всего лишь 5 карточек нужно для того, чтобы открыть его трансформацию. Самую первую. Так, давай-ка попробуем сейчас мы здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. У него же массовая атака, да? Давай срочно мне эту. Вот так вот сделаем. Чтоб не выделывался здесь. Ну. Тихо-тихо, фехтовальщик. На-на. С двумя такими тесаками тут наяривает. Ну вот и все. Вот и победа. Вот, друзья мои, и победа. Точно больше энергии нету? Да, друзья мои, нету. Ну что, тогда на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.